Перед началом просмотра ролика вы можете подписаться на нашу группу ВКонтакте. Мемы, информационные посты, а также мы регулярно делимся аналитикой предстоящих матчей и их результатами. Подписывайся на нашу группу «Аналитика ошибок» и будь в курсе самых интересных матчей по Доте. Ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на нашем выпуске Меркл, и играть он будет на Агре. Не Меркл. Меркл тоже игрок топовый, у него тоже часто топ-1 ранг, сейчас на данный момент у него топ-8. Так уж сложилось, два игрока с похожими никами. Мы многие уже в курсе. И оба играют очень хорошо. Ну, Меркл легенда уже. Меркл еще, наверное, себя покажет. Но и медовый огр это очень нестандартно, как у меня. Пикают его, если вы уверены, наверное, в своей победе. У врагов я бы не сказал, что какой-то сверхшикарный пик для огра, чтобы он развалил. Но... мы увидим. А, я, кстати, был уверен, что он Бластласт возьмет на первом левеле. А в чем прикол? А что ты будешь качать? Горелку. Да, она же слабенькая, прям на первом левеле. То это с каких пор она слабой стала? Ну, против Кунки, у которой 850 хп, она невероятно слабая. Ну, ладно, секунд. Окей, фиг с ним с горелкой, а почему он при выходе крипов навесил на себя? Ну, чтобы удачно блочить как-то. Он на труге будет больше гораздо надамаживать этим Блудластом, нежели горелкой. Горелка я поманит. Немного не понял, как Пунка умудрился пол хп потерять. Он один орех от тавра получил. Ага. Зашел неудачно. Заговорился и не заметил этого. Да. Блудласт, я вот не смотрел эту катку, честно, но я был на 150% уверен, что он возьмет. Просто стан, во-первых, он очень слабый на первом левеле. Он сейчас его возьмет просто, чтобы пару тычек дополнительных дать. Вот. А Ignite, ну, на первом левеле он наносит 100 урона. Но это слабовато очень. Там ты еще расходуешь 90 маны. Ну, ты же под горелкой еще можешь очень много тычек в спину надавать. Он же замедляет. Ну, ты ласт хитишь зато с Блудластом. Лучше. Не, я сейчас про второй, почему он стамп вкачал. Тоже. А, ну, вот это вот, ну, не знаю, без понятия. Возможно, что дает стан, обходит, как-то блочит, бьет, блочит, бьет. Может, ситуативно, потому что крипы далеко были под вышкой у Кунки, там смысла не было в горелке. Если бы крипы были рядом с ним, возможно, бы и горелку бы включал. Есть подозрение, что он его будет вымакшивать, этот спел. Кстати, пауза, значит, каточка будет какая? Который вымакшивать? Бласт? Бласт, фаербласт. Ну, первый спел. Я думаю, что он его будет выкачивать. Да, мотаем паузу. Там еще и Свен отлетел. Ясно. Минус два героя. Слушай, минус два героя, это значит, катка по-любому будет огонь. Феникс на 500 лет вылетел. Так, стоп. Они его не ждут просто, походу. Да. А, все, он вернулся. Нормально. И подключился. А, так вот этого я вообще не понимаю. Зачем ему Bloodlust в 2? Там же, типа, спелл один из худших по приросту. Я не знаю. Там, смотри, доп скорость передвижения на первом левеле 8%, на втором 10%, потом 12-14% по скорости атаки. На первом левеле 30%, на втором левеле 40%. Ну, типа, десяточку прирост. Что такое? Это же вообще мелочи. Для себя двадцаточка прирост. А вот тогда, наверное... Себя он бустит побольше чуть-чуть. Всё, ошибуль. А я не знал, кстати. Какие? Ого. Ну, все равно, типа... Не знаю. Способности очень неплохо дамажат у агра. Кунку как бы сульки сложновато пробивать. Как говорил мой очень хороший знакомый на играх на огре, то что выкачивать нужно именно Fire Blast. Но этот огр, наверное, не хочет расходовать ману просто на Ignite. Поэтому он качает. Ну, расчет, наверное, под мультикасты. Исключительно под мультикасты. Видимо, да. Он будет потом с этого бласта. А маны ему просто не хватит, чтобы три билки спамить. Кстати, я так призадумался. Учитывая МС огра, его так спит, был бы неплохо тут вином. Ты стоишь против милишника, которого ты постоянно тыкаешь. То есть каждый раз из-за винома давать на тычку на две больше. Плюс ДПС его чуть-чуть. Не так плохо на миде. Ну, в общем-то, это топ-8 чел. Ему виднее, как говорится. На пятом левеле все-таки Fire Blast, но это хоть что-то.
Да, скорее всего, он просто кинул скиллпоинт в Bloodlust, в баф, чтобы просто не качать Ignite. Типа, он ему просто не нужен. Есть Warful. Так. Раз, два, три. Три тычки. Ну, нормально. Успевает давать. Нормально. Там, к сожалению, время стана не растет. Полторы секунды на всех левелах, но 180 урона — это уже неплохо. Кулдаун очень маленький на фаербласте, кстати. Может быть, еще из-за этого. Из-за того, что каждые 10 секунд может нажимать стан. Кстати, а Кунга сейчас может отлететь. Ой. Слушай, а глиф нажать? Что-то Кунга немножко ошибся. Так, станчик по Куночке. Вторая тычка. Живет. Не стал давить. У него фарик просто еще есть. Снэк стан он точно убьет. Давай, подойди на Кунке. Ну ты хочешь дарить? Он подошел. Рофл. Дружище, ты че? Ну сейчас за тобой... А, подожди. Есть инвиз в агро? Да, на Кунке развернись еще. Стан? Эх, когда чуть-чуть. Ну, Кунка молодец, на самом деле. На двойне кого-то же играет. Стоит свою линию хорошо пока что. По крипстату просел. Чуток. А, нет, не просел. У него более чем хорошо. Казалось. Глиф можно в таких моментах очень хорошо использовать. Если вышка сагрилась на крипа, то просто нажимаешь глиф и под этот глиф как-то идешь. Вот он был рядом, мне стоило давить, наверное, на игре, умрет здесь. Он видел бетона? Ну, видно же было, как он, да, подхилил. Ну, смерть, неудачно. Просто как-то поддавил неудачно. Видел. Ну ладно, одна смерть, бывает, на бодашке. Хотя, может, он не обратил внимания? Возможно, ну, если не обратил внимания, то это его ошибка. Я думаю, урить никто не станет. Он ошибся, поэтому он умер. Я, или, кстати, он умер, потому что ошибся. Только обратил внимание на 0.6 на карте. 0.6, да. Боковые линии проиграны, но Абадан свою грязь на боте сделал. Засуицидился парочку раз, скиллу не дают за это. Но есть мультикасты теперь, что немаловажно. Опа. Плюс Вардик. По поводу фейзов, отличный артефакт на огре, естественно, ты не хочешь себе покупать какие-то арканцы или ПТшку, потому что тебе нужен МС. Без мультикаста в этот раз. Зато мультикаст на Bloodlust. Бывает. Неплохой такой. Фениксу, правда, достался так. Оплюх. Догорел от Феникса. А вот была бы горелка, догорел бы от огра. Тебе такое. Ну это не точно. Ну это не точно, да. Так вот, фейзы берем, куча армора, вас вообще хрен пробьет какой-нибудь Свен. Даже Лишак с этими выкачанными диаболиками будет не так силен. Здорово, Кунка. Отжал у него волка. Можно было бы реген прожать на самом деле и еще станчик закинуть. Мне еще... показался ли звук стака сейчас был, но ничего не стакнулось. Я не слышал. Может быть, мне показалось, действительно. Хорошо, двойной. На почти 5 соток магического урона. Но Кунга просто очень жирнючий, на самом деле ненаглядно. Видно, насколько мощный Bloodlust. Реген себе не сбил, хорошо. Можно в крипа еще жахнуть. Под Джиггернаута вообще топово зайдет под его ультимейт. А что именно? Bloodlust. А, ну да, да, боже, да, так спит невероятно просто. Пил-пил-пил происходит. Двойной прокнул. Кстати, шанс на двойной очень большой, 75%. Прям очень большой шанс. Руна на боте, причем аркейн руна, слушай, это очень круто. Конгольер бежал с ботом. Шансы x3 0% на первом левеле. Ну да, да, там же на первом левеле не прокает ни x3, ни x4. Эх, книжечку бы воровать у кого-нибудь. Да не у всех, так как я по XP. 8 левел, 8 минус, на начале 9. Слушай, а почему он Мидас не купил? А, нет, все, он поставил, возьмет. Да. Просто не сразу берется Мидас. Ты берешь фейзы для комфортного перемещения по карте. Так, на самом деле, если порассуждать, на многих героях фейзы первым это вам поприятнее, чем Мидас. И по золоту выходит больше. Тебе меньше пробивают из-за чейнмейла, допустим, на коре играешь, покупаешь себе чейнмейл сразу по фейзу. Возможно, кого-то убьешь благодаря фейзам и благодаря МСу.
Так что, мне кажется, тем более на мидере ты хочешь сперва что-то активное взять. Ему бы еще стик себе приобрести, мне кажется. Либо стик, либо соло ринг. А он купил, в курение летит. В курение летит? Окей. Okay. Тогда норм. Переставить надо было его перед тем, как в драку заходить. Он не переставляет. Нужно кому-то начать файт. Опа, двойной, хорошо. Бладласт нужно себе обновить пока что. Лучше бы Джаггернаут, он его дал, Джаггернаут уже дынул. Двойной снова. Да, для Джаггернаута на самом деле не очень-то и продамажил. Он пока что без шмоток вообще. Один резбен. Двойной? Не двойной, но все равно убивает. Слушай, очень много урона выписал с этим аркейном. Ну, да, вот киллы. Еще и кунку может жахнуть. И кунку тоже жахнуть. Лучше бы окра бахнул бы. Он бы добежал, кстати, на угре. Со своими фейзами был классным. А, То есть что, он не увидел его? Лол, видно же было. Двойной? Хорошо, двойной. Ты да, парни. Не, ну Аркейн вообще на самом деле очень подфартило ему, то, что он забрал ту руну. Не столь из-за того, что он маны раскладывал мало, сколько из-за кулдауна. Потому что успел кулдаунился, у него там 6,5 секунд. То есть и 3 где-то. Каждые 6 секунд он ему давал по почти 500 урона. Бладлаз же поднимали, по-моему, к мане. Он раньше вроде бы гораздо дешевле стоил. 65 маны, это достаточно много. 40 на всех левелах, по-моему. 65 на всех левелах. О, он дошел. Хит байчина. Дай 5. Ну дай 5 на угре. Ну дай 5 по ангольеру. Ну ты че? О, тильт. Может, он просто... Опять не увидел? Не знаю, как это делается, или судя по его игре, он опять не увидел, да. Рецепт на мид, уже у него практически готов. Вот, крипа добила и рейди. По рунам, кстати, кто законтролил? Кто законтролил руну? Никто не законтролил руну, ее, судя по всему. Может, давно забрали? Нет, ее, скорее всего, разбили. По статистике в журнале сбора он ничего не пишется. Да, скорее всего, руну разбили. Канти иллюзия была. Ее злостная для спорта. И он решил с ней покончить. Сейчас нужно просто спокойно дофармить мидас. Вообще, в чем преимущество мидаса? Я думаю, все понимают, что мультикаст работает на мидас. Ты очень хорошо фармишь. Под гримом так нормально двойной станчик выдавать. Приятно. Не самое лучшее место было для того, чтобы он спасся. Он мог прорубить верху. Выйти оттуда. А, хилку разбили. Глеб, конечно, тянет времени. Проруби ветку. Мансит просто в деревьях. Вот эту ветку нужно было прорубить, чтобы пройти. Рестика есть, нормально, и на самом хватало. Ну, круто подрались. Они дрались без Свена, Свен там вообще в топе качался с Мидасом. Опа. А курочку-то заюзали. Это очень печально. Ну пойдет, что, простой... может, раз отрегениться надо. Время, конечно, теряешь. Это понятно, он бы мог уже заюзать, и он бы 20 секунд кулдауна на мидосе, на next мидосе уже бы сэкономил. Да. Учитывая, что там двойной мидас, может быть. Может быть, сейчас ОП. 75%, но не прокнет. Но это вполне вероятно. Фортуна. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Он пинганул, чтобы крипов не трогал. Феникс. Он пинганул, наверное, чтобы стак. А, может и стак, да. Успеет стакнуть. А этот спот он не успеет зафармить, наверное. Или успеет? А, не успел. И это успел. Прокнуло, нормально. Давай нажидать. Пикардос. Ход следующим артефактом, потому что играет против Лишака, Марса, Кунки. Много магического урона. Но опять же для угра. И так эти 1600 хп сложно выбить. Так еще и. Тут будет. Слушай, будет жирнейший. А какова механика с ультимейтом Гримстрока? Типа, если прокает мультикаст на стан, значит ли это, что они не 4 стана получат? Думаю, что да. Думаю, что оба героя получат. Это может быть вообще моментальная смерть для двух героев. Ну давай сейчас я чекну, даже мне очень интересно самому стало.
Это действительно хороший вопрос. Слушай, а если Огр с Аганиевым, то это получается... Там можно нереальное 2-2. Количество станок. Вот. Если вдруг прокнет, то это 8 кастов на одного героя, 8 кастов на другого героя. Каждый стан по 240 урона. А если у него будет Дискорд или Кая, или Этериал еще закинет туда? Матерь божья. Да я там думаю, что там... Ну вообще да, в лите Этериал нужен будет. Вот Дискорд может... Ну, под гримом, конечно, лучше это Этериал зайдет. Угу. Так, тестим. Работает. Так, антикаст. Так, ловит стан. Марс промахивается копьем. Там на краплях просто лишь урак бегал. Ну, рядом никого нету. Ему нужно просто пытаться отсюда улететь. Там Торрен залетел и попадет ли? Нет, кулка промахивается. Там один крип не юзай. Хорошо. Вот здесь два. Здесь можно юзать. Ага. Повезло. Еще раз сработало. Во второй раз. Нормально. Кстати, будет неплохо, если мне напомнишь про тайм. Был тебе признателен. 12-12. Спасибо. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Так, а в итоге 4 стана получается? Да, да. Ой-ой-ой, да. Это очень жестко. В лобби, по крайней мере, кастуется 4 и на ту цель, на которую ты даешь, и цель, которая привязана. Бэй, конечно, может быть не так, но увидим сейчас. Он, кстати, КПМчик себе взял вместо дальности способности. Ну тут на самом деле не прям, чтобы я был уверен, что ГПМчик лучше. Ну просто дальность способности под Огр ты в основном кастуешь потом. Так и не стоишь на огромную рейнджу, даешь эти станы. Ну, кстати, ультимейт уже в двоечку. Нам нужно быть аккуратным. Сейчас там тройной мультикаст прокнет игру. Вечная битва сейчас будет. А чё с таймингами у Кунки, я не пойму, он что, первый раз на этом герое играет? Он уже не первый раз ошибается. Хуза. Будем посмотреть. У него топ 500. Ну, высокий ранг. Странно. Очень странно. Что там у Свена? У Свена саблика, Мидас, 14 левел. Я бы не сказал, что абсолютно фрифарм, но у него неплохо, поэтому. В принципе, типичная игра для Свена. В же время уже Герналта все похоже, но у него будет Блугласт. И в файте больше урона, и... Парни быстрее. Огр не участвует в драке на топе. Да, ему нужна. Он купил себе. Три кларетки просто взял. Да, пухом Джаггера. И пангольерчик отлетел. Размена на Марса, но такое. По фраге получил. Один фраг для Кунки, один фраг для Абадона. Он пришел в драку, так, понюхал экспириенс. Получил ассист. И все. Центральную башню сил света атакуют. Нужно отходить отсюда. Агру. Неприятен тот факт, что у Кунки из вражеской команды есть Spirit Vessel. И Spirit Vessel на самом деле очень хорош против Огра, у которого 20 хп регена. Герой-то жирный. А с чем сбрасывать Spirit Vessel? У тебя получается есть либо БКБ, либо Ю, либо Лотус. Ну, Лотус тут вроде как неплох против Свена, против Эксмарка. Неплохая драка для врагов, если они ее выиграют. Но они ее, судя по всему, не выиграют. Так бы они смогли Т2 забрать в миде. Но, увы. Не и Кунков-то верно. Так, еще может почистить кого-то. Да, догнали Марса. Но за ним никто не пошел. Да, там Огр на хосте бежит. Нет, не пойдет за ним. Кстати, анимация бега у Огра как-то очень плохо проработана. В отличие от других героев в дозе. Значит, откатывает. Уже и не потребуется. Хотя там Марс, слушай, прям конвейер какой-то. Дотягивается станом. Минус Марс. Нормально подрались.
Казалось бы, вот уже драка закончена. Пангалев догнал одного, догнал второго. Силы света укрепили. В итоге забрали и Марса, и Абадона. Хорошо. После Лотоса, я думаю, сразу же появится Агаим. А зачем ему Лотос? Спирит Весел сбрасывать и против Свена, и Армор. Ну, и Монориген плюс мана просто. Ну, я не сказал бы, что тут Лотос какой-то невероятно хороший айтем. Но, во-первых, статы с этого артефакта идеально заходят для Огра. Сейчас Свен не будет так сильно дамажить, как мог бы дамажить. Плюс у тебя мана, плюс Монориген. Вот, ну и Спирит Весел плюс там Свена и нивелируется. Опять же, Свен, конечно, купит БКБшку и будет кидать в себя и в тиммейтов Огра стан под БКБшкой. Но все же. А так, по сути, ну еще там есть Атос, но это уже такое, это уже мелочи. Да надо догон. Ой-ой, тройной прокает на Мидас. Круто. А это, конечно, круто. А что я говорил, я уже забыл. По поводу билда и по поводу тройного Мидаса. Выбирай. Нет, не по поводу. А, догон. Да, догон, точно. Вот, народ же требует экшена. Догон это идеально, тройной догон. Вообще прям как надо. Вот Лотос не повесил почему-то на Феникс. Так мог Свена застанить. Решил Лотос на себя оставить. Ну, я бы не сказал бы, что догон идеален. Мне кажется, Аганим БКБшка. Вот это вот нормальная тема. А я ж не говорю, что он идеален. Я говорю то, что он максимально экшовый. По-моему, говоришь. Он просто зрелищность добавляет в игру. Вообще, да. Он дается по нескольким таргетам тоже. Ну, должен, вроде как. Да, конечно, дается. Это 100%. А под гримом, ты представь? Ну да. Под грим строком у тебя сразу догон максимальный становится. Получается, что значит максимальный? Ну, если прокает мультикаст. А, я понял, типа, в одну цель летит типа два догона. И из-за этого по урону. Ну да, да. Ты про почему полный догон, да. Почему? Там же он же, получается, срабатывает по двум целям. Ну да, 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 там две цели, ну это возможно даже три цели, но при этом. Да. Слушай. Ага. Это может быть четыре цели в лице двух. Да, да, да. И одна цель в лице одного, и либо еще две цели в лице одного. Сейчас догона. Сейчас мозги у всех расплавятся. Ну да, сложная система. Хотя это еще больше стимулирует сон у человека, когда его мозг плавить начинает. Еще быстрее отрубаться начинаешь. А что они там несут? И храпит. Говорите, просто говорите, не замолкайте. Все, и уснули. Я аж зевнул. За что? Магическая аура. Канала. Ну что, контролит руну, собирает Аганим, и можно идти подраться. Вообще, Аганим Огра хороший артефакт, но по мане он тебя очень сильно просаживает. И чтобы ты полноценно мог драться в файтах с Аганимом, тебе нужен хороший монориген. Ну или просто статы на интеллект, потому что половина мана забирается просто от каста стана Аганимного. Поэтому мы сперва кастуем все абилки, потом только кастуем агонимный стан, чтобы в процентах у нас агонимный стан забирал меньше маны. Что по таланту дальше он взял себе? Взял себе 350 здоровья вместо соточки к урону, но этот огр будет просто жить в файтах. В отличие от огра, который в теории мог бы бить. И потом 60 скорость атаки от Bloodlust, опять же, если вы кур огр, отлично. Но он возьмет себе, скорее всего, 40 силе. 40 силе это 800 хп. Что? Да, чё, это 800 хп. Чё так много? У кого-нибудь есть такой талант на 800 хп? Ни у одного героя, по-моему, нет. У Джаггернаута, по-моему, 600. О, хороший, кстати, вопрос. Сейчас глянем. Ну, надо смотреть, очевидно, таланты на 25-м и таланты на силу. ОДК плюс 25 к силе, это получается плюс 500 хп. Там что-то у Спирит Брейкера было, по-моему. Плюс 800, кстати. А, да? Ну, да. Есть. Но у него не героя. Сила. У него просто хп. Сила поприятнее будет, потому что сила это еще и хп реген. И сила это урон для силовиков. А, огр же интовик. Тьфу ты. Да, ладно. Хотя выглядит как силовик. Выглядит как силовик.
Ага, еще одна пауза у нас. Джиггернаут прилетел. Судя по всему, интересно становится все больше и больше. Все, Джиггернаут вернулся. Вот хоть тебе не понимаю, почему героям дают, ну, сила. Неужели просто хотят поднять хп реген там на 4 единицы? Почему просто не хп? Для чего делать это? Ну а что, хп реген неплохо. Это, ну, 5 единиц. Хп реген же все-таки, по-моему, лучше, чем просто хп. Да, хз. Но... По-моему, не, по-моему, нет. Почему? Ну, у тебя же вместе с хп и реген дается, а там просто хп дается. А, нет, вместе, конечно, конечно. Я думал, типа, хп реген чист, в чистом виде, сам хп реген лучше, чем хп. А, не. Неправильно понял тебя. Не, ну, конечно, лучше, но... Не знаю. Кто-то барин. Ну, барин, я достаточно ему баланс надо давать, тогда 40 силы. Чтобы у него и хп было, и хп реген, и урон. Ну, не знаю, в общем-то. Просто очень много примеров, даже вот, допустим, у многих кор-героев. У некоторых 250 хп, а у некоторых 15-12 силы. Ну что-то всем керри-героям не дать. 10-15 силы. Там вообще будет хп-реген, а может единичка, которая ни на что не повлияет. В общем-то, ну, таково. Такова фишка лайва. Капец, там мультикастов прок, это жесть. Приятно, конечно, было бы увидеть X4 на медасике. Шанс 15%. Ну, шанс действительно очень маленький. Ну, 15, по-моему, это слишком мало, я не знаю. Спел, конечно, имбаланс, ты, получается, наносишь 960 магического урона, если прокает мультикаст X4, особенно с огнем, ты можешь 2000 урона выписать по цели. Но все равно 15%. Это все-таки не тычка, которая летит там 3 раза в секунду от какого-нибудь кор-героя, и ты ждешь крит там или что-то еще. Это спел, который кулдаунится 8 секунд. Ну и гнимный спел, который кулдаунится 6 секунд, ну не знаю. Минус Рошанчик на 26-й минуте. Дали бесплатно, даже не поборолись за него, не знали, что враги там находятся. Вообще, о, кстати, странная он игра. Бафнул свою иллюзию. Может быть, сейчас будет байт какой-нибудь. О, минус Кунка. Привет. Что ж вы нас душите так сильно? Своими нам паузами. Ну, судя по всему, Лотус это действительно было решение нормально, потому что сейчас он собирается вешиво. Следующим айтемом. В целом, да, армора будет очень много. Но не стоит про Лешака забывать. Ну, у него есть худ, в принципе. У него есть худ, да. Просто у Лешака половина урона это диаболики, половина урона это ульта, там и остальные обилки. Магические, физические. А у него, получается, есть и против того, и против того. И вот сейчас Свен, который в теории должен разрубать Огра. Ну, вообще, любого героя Свен должен разрубать практически. Но этого Свена в артефактах не так уж и много. Вот сейчас у него просто сабля, БКБ, блинк, мидес. Под ГДС там, ну окей, 350-400 урона. Огра будет сейчас армор. Да хренище армора. Он изменил себе выбор и... Нет, снова поменял себе выбор. Хотел себе Сейндж Каю, кстати, которая тоже неплоха на Огре. Ну, не думаю, что в этом есть смысл. Ну, ты просто ХП себе покупаешь. И еще. Ты покупаешь себе ману халявную. Потому что у тебя маны реально может не хватать. Ну, я тебе ее всегда будет не хватать. Плюс урон. Способность. Ну, не знаю, мне кажется, что это вообще сейчас на мультикасты не повезло. Может еще раз сейчас два станчика выдать. Обходит в спину. Раз. Два. Контроля, конечно, много получается с двумя станами. А есть ли какой-нибудь герой в доте, у которого тоже есть два стана? На обилках, в смысле? Ну, да. Кунка. Не, именно стана. Ну, торрент нельзя особо назвать станом. Ну, ты не можешь не умножать БКБ. Ну, окей, я на самом деле так просто. Я судя ловил. Сейчас давай подумаем. А, так можно же нажать сортировать по контролю. Контролю в 2. Ну, Бейн у него слип плюс
культ. Ну, это тоже такой Леон. Ну, вот есть такие игры, типа Леон Шаман. Ну да, у них есть просто две обилки на контроль. Да. Но именно там... вот, чтобы станчики были. Станчик это, я так понимаю, это то, что летит в героя, да? Таргет на... наносит урон, станет. Ну, ладно, станет просто. Просто станет, да. Спирит Брейкер. Как тебе такое? Чарж и ульта? Ну да. Ну и да и баш просто. Есть еще и баш. Так у него три получается вообще. Три получается. Что еще у нас есть по станам? Ну видишь, таких прям полноценных героев. Ну, есть еще Никс в теории, надо нужно его ударить. Но по факту у него тоже два стана. Ага, Свен решил бить агра. Окей. Свен Феникса разрубил, переключился и правильно сделал. Если бы он раньше переключился, было бы еще лучше. Но, увы. Ты видел, сколько Свен был в агра, и он вспоминал хп агра? Не, я, честно говоря, чекал героя. Ему как-то вообще до одного места. Ну, а когда Шива появится, он же вообще... Ну, а что у него по этому? Ну, он купил себе Дейдалус, или он только сейчас его купил? Дейдалус был у него вроде бы. Был уже, но просто... он просто убил слишком много хп. Он просто вроде особо-то и не пробовал. Вот на Феникса, когда он переключился, там да, там он рубанул нормально его. Так у Феникса и армора вообще нет, их хп не так много, как у Огра в 2 раза меньше, плюс армора в 4 раза меньше. А, даже нет, да, в 4 раза меньше. Вот сейчас максимально ощутимо не хватает рейнджевых способностей. Мне кажется, ну, просто... все-таки лучше бы взял рейнджу. Ну давай посчитаем, типа 90 гпмчика он взял. На 10 минуте, то есть 20 минут он сыграл. Слушай, ну он 1800 голды получился тот таланта. Это. А вот она деле... как раз у него сейчас 1800 голды на руках. И, собственно говоря, вот он этот ГПМ. В теории, за 1800 голды ты можешь купить себе линзу. Но помимо того, что она дает Кастрейндж, кстати, который на 150 больше, попрошу заметить, она тебе дает еще и ману и все остальное. То есть, на самом деле... ГПМчик будет попроще. Ну, а прикинь... Получше. Вот талант еще и с линзой. Сочетание. Это вообще, да, лютая вообще грязь. Кайфово. Ты потом покупаешь себе какой-нибудь Этериал Хекс Октарин, и ты просто с невероятной рейнджей все это делаешь. Угу. По поводу, кстати, Кай и Сенджи, я не понимаю, почему тебе не особо это понравилось. Ну, из-за того, что Аганим, типа, он же вот нажимает, это из-за этого... Из-за ну, я понял, все равно много тратится. Да. И все равно полстолба тратишь, в любом случае. Ну, с другой стороны, потом у тебя мана пригенилась, ты раньше кастуешь свои другие обилки. Ну, не знаю. Вот. Ну и плюс к этому, это дэмэдж. То есть ты бафаешь по фасту на 16% всего, но для угра это прям неплохо. Не досталось пока у него. Угр вообще флоу, весь файт стоит, ему до одного места что происходит. Сейчас мы уже застанем еще и Свена. Два раза причем. Раз. Два. Что со Свеном? Закончился. Да по всему, да. Горит. GG. Нормальный такой герой Огр. Почти полтос армора. Эх. То есть на тебе 25 левел? 47 армора, офигеть. А, так слушай. Мне кажется, Кая Сейндж к 25-му они просто необходимы. Ты берешь себе талант, плюс 300 урона от фаербласта. Матерь божья. Плюс 300 урона от фаербласта. Так, там же получается на фаербласте будет 540 урона. Если прокает двойной каст, то это уже косарик. Двойной, который почти всегда прокает. А этот талант не работает на фаербласт, который с Аганима? Я думаю, что работает. И тот плюс 300? Это я думаю, что... Слишком сильно. Хотя... Ну, очень ну... было бы интересно посмотреть, у него до 25-го немного осталось. Да, мы, я думаю, увидим разницу в дэмэдже в случае чего. Вообще, у способности от Аганима название Unrefined Fireblast. Unrefined Fireblast. Вот ну, да. То есть не просто Fireblast, то есть другое название. Но они бы все и не уместили, если бы это на 2 спела размещалось. Им бы просто места не хватило, чтобы это написать. А в двух строчках пишут часто. То... Да? Да. Но тогда, пишут. Скорее всего, нет. Наверное, все-таки только на первую работает. Хотя, по сути, это тот же спел.
Ну, типа концепция героя, ну, такая, две головы. Та же, суть та же, согласен. Одна и та же. Вот, допустим, у Дума в две строчки написано плюс 16% годов скорости от атаки от Scorched Earth. Вот его второй способности Earth. Так что и агру в теории тоже могли. Мы могли просто внизу написать и от этой обилки. Ну вообще да. Скорее всего нет, думаю. Скорее всего только на первой работает. Это жалко. Это очень жалко. Но все равно это очень много дэмэджа. Брать просто... Кстати, 75 к скорости передвижения, что? Это, по-моему, самый большой талант на МС. Есть у кого-то больше? Что вообще у Гроза таланта? Мы уже который раз тут стараемся смотреть. Не знаю. Но у него муспит, конечно, не самый большой у этого героя. Ну, под бластом и под... Ну, под бластом нормально, конечно, да. Он постоянно под бластом находится. Долго пытается его убить. Ему вообще пофиг. Да как контикасты вообще не прокурят из минусов. Надо дождаться, пока стан сейчас обычно откатится, да, потом только кастовать. Огру-то, по-моему, очень профитно брать себе именно монореген. О, слушай, а его феникс я ИСО забрал. Он сейчас это регенит его полностью. Жестко. Огур сейчас рассказывать начнет всем. Как жить в этом мире. Плевать на лотус, он просто убивает его. По ощущениям, он сейчас дал огненный бласт, по-моему, огненный бласт он давал тот же. А они пробьют его вообще? Хрен знает. Это Свен. Это был Свен, у которого на секундочку 6 слотов. Что за жесть? Иди, кидаемся. Я, короче, Рапага? Лол. Вот это да. Ребят, но увидеть Рампагу на агре, это, я не знаю, это дорогого стоит. Надо как минимум лайк влепить ролику. Нет, на агре не работает. А, на агрененный стан не работает, это плюшка. Угу. Вот так вот. Ну да, там даже в статусе при этом таланте теперь 540 пишется, а на втором ничего не пишется. Урон 275. Кстати, базовый урон от вот это аганимной обилки, он отличается от базового урона от фаербласта почему-то. Интересно, скажи, почему. Скажи, во сколько лет в среднем в доту играешь? Ну, в среднем, наверное, лет 6. Ты за 6 лет видел хоть раз рампагу на агре? Не знаю. Вот я, по-моему, не видел, типа... Это ж капец какая редкость. Да. Ну это ок. За такую катку, ребят, можно и лайк поставить. И комментарий какой-нибудь написать, чтобы ролик продвигался. Если не знаете, какой комментарий оставить, просто класть по клавиатуре. Так тоже работает. Да? Если не хотите заморачиваться и думать, что бы там написать, просто поклацайте и отправьте. Я с ноуком прикекнул, на самом деле. Человек писал, типа, кликнул по клавиатуре, получились комментарии Жоры. Нормально. Нормально рофл. Поклацал по клавиатуре и получилась аналитика ошибок. Да. Можно, конечно, этот рофл немножко преобразить ее. В более другое русло закинуть. Но не стоит, ребят. Не бушуйте в комментариях. Классно по клавиатуре получилось с Россия. Да. Не настолько. То есть чего она состоит? Я даже уже не про клавиатуру говорю. Да. Не буду рассказывать. Ладно, спасибо всем за просмотр. Пишите ваши комментарии. Всем пока.